Избирательный участок в Дмитрове посетили мотоциклисты клуба «Ночные волки». Группа байкеров в кожаных жилетах и защитных шлемах подъехала к избирательному участку номер 262. Они решили выразить свою гражданскую позицию на выборах вместе. Живут по разным адресам, но приехали с паспортами и извещениями о возможности голосования на другом участке. Мы должны ходить голосовать. Знаете, за кого голосовать? Потому что народ и власть должны быть едины в такое тяжелое время. Собственно, это моя такая точка зрения. Представительницы избирательной комиссии и наблюдатели не скрывали своего приятного удивления от такого десанта молодых и брутальных избирателей. Обстановка на избирательном участке явно оживилась. В Дмитрове «Ночные волки» известны своими благотворительными акциями и торжественными открытиями и закрытиями мотосезона, зрителем которых становится весь город. Имидж у мотоциклистов этого клуба сугубо положительный. Вы в целом, да, достаточно дружный клуб, вы вместе в акциях всевозможных участвуете, да? Да, у нас есть прям план мероприятий на каждый год, есть акции, которые мы делаем 10 лет подряд, и патриотических очень мероприятий, но сейчас, конечно, включились в волонтерскую деятельность. После того, как каждый байкер бросил бюллетень в урну для голосования, сотрудницы избиркома попросили сделать общее с ними фото, на что мотоциклисты охотно согласились. Женщины в шутку предложили покатать их, но байкеры отнеслись к предложению серьезно и попросили назначить время. Избирательный участок находится в школе номер 1, и практически все члены избирательной комиссии – учителя. И, как сказал главный ночной волк Дмитрова Сергей Горшенев, к педагогам у братьев по клубу очень уважительное отношение.